Надеваешь, а потом вот так закрываешь. Очень прикольные сережки. Давайте их отложим в сторону, уберем мусор и откроем следующую посылку посчиталки. Со второго этажа полетели три ножа, красный, синий, голубой. Выбирай себе любой. Последняя посылка. Опять. Очень классная брошка и очень красивая. Мне нравится. А как вам? Пишите в комментариях. Давайте откроем следующую посылку посчиталки. Ехал Лунтик на тележке, продавал он всем орешки. Кому два, кому ты, дирижером будешь ты. Опять последнее. Какое совпадение сегодня? Что-то интересное попало сюда. Ой, а это еще одна брошка. Такая синим алмазиком. И вот тут блестящая, очень красивая брошка. А как вы считаете? Очень красивая брошка. Ну как? Давайте я тоже сторону и откроем последнюю посылку на сегодня. Оп. Давайте откроем. Что это? А это такая девочка, и тут у нее миллион одежды. Ее можно приклеить и одевать ее можно как захочешь. Очень прикольная девочка. Смотрите, тут оранжевый, тут всякие-всякие, даже туфли есть всякие. Очень классная девочка. Есть еще девушка, она уже взрослая. Наверное, у той девочки мама. Вот у нее такие платья, будто королева. А вот у нее есть королева, ей можно волосы делать. А той кукле, а этой кукле нельзя. Ей можно... ушки одевать, это очень классные наряды, очень классные туфли и даже есть бусы, очень классные наклейки. Вам понравилось это видео? Ставь лайк или дизлайк, подпишись на мой канал, поставь колокольчик. Всем пока, зрители, я вас люблю.